И едем дальше. Отлично. А чё? А как вам, интересно, пользуется? Нажмите 4, чтобы экипироваться ботом. А, вот у меня, смотри, у меня что-то, короче, засветилось. Вот, видишь, вот сюда подойди. Ну-ка. Она светится очень сильно. И что с ним дальше делать? Вот, видишь, прям совсем-совсем. Ну-ка, выпусти туда бота. А потом я его обратно заберу. Сейчас посмотрим. Бот ищет ресурс. Так, ну-ка. Он какой-то тупой. На радар указывает, где. Только как их найти-то, я так и не знаю. А, вон, смотри, наверху, во. Ну-ка, найдет он? А куда он? А, не, мне все равно опять радар туда. А, он все это увидел. И все равно там что-то наверху есть. А, не, все. Нет. Блин, где еще? Мне его обратно забрать. А, вон. Иди сюда, здесь еще что-то надо было. Где? А, вот здесь. Там аптечки. Так, где твой бот? Да что-то он лазит и ничего не делает. А ты, у тебя сейчас оружие какое-нибудь вставлено в... Точнее, ты экипировался чем-нибудь? Ну да. А как я его выкину? Один. Может, он одноразовый? Не знаю. Ну а зачем-то он бегает тут? Непонятно, конечно, вот. Ну ладно, здесь сейчас враги будут. Пойдем потихоньку тогда. А, все, бот сейчас. Где орут? Сзади. Там что, выпал из него? Патрон. У меня аптечка. Подошла. Кто? Да этот, взрывающийся. Стена. Нифига себе, я почти помер, оказывается. Ну вот и скоро капец наступит всяким аптечкам.
На их место придут другие аптечки. Ну да. О, здесь можно менять, оказывается, эти модификаторы. Ну, я так понимаю. То есть, допустим... Ну ладно, не буду проверять сейчас, что тратить. Сказать предметы. А если я их поставлю, я их уже больше не уберу, да? Ну вот, не знаю. Создание оружия. Да не, ну нафиг. Ну-ка, что там в чертежах что-нибудь новенькое появилось? Доступное. Вольфрам нужен. Ты же там кого-то пинаешь? Угу. Что как-то столько ресурсов надо, а игра уже почти заканчивается. А тебе так кажется? Эти бегают как домосеки. Ты чё, того? Блин, опять откуда? Почему у меня опять я красный? Прям в шпе. Здесь, в принципе, чтобы не особо прям тяжело было, нужно вот так вот ходить и все осматривать, все искать. По крайней мере, в первой, во второй части так. Да как, блин? А он его... Сейчас, подожди. Я тебя спасу. Ты где? Ты меня не спасешь. Почему? Что случилось? Да, он говорит, нажимайте Е, я что делаю? Он мне проткнул горло. Там много раз нужно нажимать. А я вот такая сижу, дура, и один раз нажимала. Конечно, я нажимала как надо. Этих мелких больше всего не люблю. Как я его сразу убью? Сейчас быстро разобрались, в чем прикол.
detected. Please report to Cradle Operations to remove the obstruction. Guys, something's blocking the tram system. Cradle Op should be nearby. You can see the tracks from there. Thanks, Buckle. I'll check it out. Надо больше жаловаться, что аптечек мало. Да, там все понадобится. Стоп, стоп, стоп. Откуда я не вижу никого? А, блин. Отсекаем конечности. Первый и второй. Что это такое? Содержит ресурсы, редкие запчасти. Коробка запчастей. А, ее только в этом можно активировать, видимо. В первой и во второй части вот эти фигнюшки с щупальцами, они выкидывали детей. Ну, а сейчас они тоже выкидывали детей. Нет, не таких. Где падали, одну щупальце выпускали и в тебя стреляли. Да, я выпускает. Hey, commander. You there? Okay. I see the problem now. Someone left a bunch of cargo on the tracks. Can you clear it? I should be able to. I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Сжатая импульсная волна. Что-то вроде ходишь, что набираешь, 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 набираешь. Придешь к станку, и ничего нет. Так, прикрывай меня, я сделать ничего не могу сейчас. Блин, я даже отойти не могу. А. А, тебя там едят. Давай. Напарник умер. Не, я не понимаю. Он говорит мне сжать Е. Так я что делаю? Почему он все равно меня убивает? У тебя это стоит? Синхронизация. Какая синхронизация? Вертикальная. Нет. Блин, проверь на всякий случай. Сейчас тоже проверю. Потому что... Так я ее не буду ставить. Нет, ее не надо ставить. Так а зачем ты спрашиваешь? Ну а вдруг? Ну, допустим, она у меня не стоит. Что, мне ее поставить? Нет, не надо. Тогда не понимаю этого вопроса. Да суть в том, что во второй части, например, была проблема с тем, что тут Е не прожималась из-за того, что вертикальная синхронизация. Да, в первой тоже из-за этой стороны синхронизации столько аж всяких... Не, ну я знаю, что у меня она отключена. Ну ладно тогда. Я ее не буду ставить. Да не надо ее ставить. Okay. Единственное, я когда к этому фигурке подошел, к этой, я не мог ничего сделать. Даже отойти от нее не могу. Поэтому тебе нужно сейчас будет... ...ощущать меня как можешь. Здесь типа Тетрис. Блин, я отойти даже не могу от нее. Так он ничего не сделал. Я не могу отойти от прибора, потому что... О, ты без ноги. Да я уж понял. Ладно.
сложная задачка просто. I see the problem now. Почему я не могу сделать это? Someone left a bunch of cargo on the tracks. Can you clear it? I should be able to. I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Может, тогда ты попробуешь, а я отобьюсь. Ну, попробуй. Там, в общем, суть в том, что нужно два блока соединить, как в Тетрисе. Левой кнопкой мыши крутить один, правой кнопкой. А, это было уже в первой части статьи. А, блин. Эх ты, блин. Ну все. А как их соединить? На какую кнопку? На пробел, я тебе забыл сказать. Спасибо. А я... Сейчас, подожди, отобьемся. Если не будем раковать, то будет все отлично. Окей, я вижу проблему теперь. Кто-то оставил кучу карго на тракс. Бесконечный стадий. Я должен быть. I'll get to that shuttle in half section one way or another. Но ты до него не добежишь. Даже если добежишь, тебя накроют. Давай я. С какой стороны побежать? Как их соединить-то? Блин. Я тебя не того. Ну смотри, мы сейчас дольше продержались. Okay. I see the problem now. Someone left a bunch of cargo on the tracks. Can you clear it? I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Как он тебя ударил? Пополнись сразу, чтобы у тебя полный ХП был. Okay. I see the problem now. Someone left a bunch of cargo on the tracks. I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Они еще каждый раз сразу. Соединить-то. Фу, блин. Блин.
Сейчас, подожди, не торопись, не включай сразу там все. Okay. I see the problem now. Someone left a bunch Хорошо. Of cargo on the tracks. Can you clear it? I should be able to. I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Так. У меня, по-моему, даже патроны заканчивались. Надавай мне патронов. Которых у меня нету? У тебя вообще патронов нет? Давайте вот эти, да? Вот эти. И все, у меня больше нет. Вот, один. А стазис... Ну ладно, не надо. Стазиса так. У меня нет. Ну ладно, подожди. Аптеки есть немножко. Аптеки не нужны, самого полного кармана. Так. Блин, их там вообще какие-то они такие дебильные, я не понимаю. На третьих я не понимаю. На третьих? Я только дальше первых, ты и не проходил. Я первый, второй, третий. Давай я попробую тебя... Отбиваться? Да, конечно, это не было дело, я подохну через 10 секунд. Ну, давай. Отбиваться будешь? Ну, давай попробуем. На тогда. Я сейчас сразу сдохну. Я тебе патронов надавал. Ладно. Не ту кнопку нажал. Ну все, удачки тебе. А мне не затупить, не зараковать. Все, поехали. Блин, почему? Идем. Одна есть. Вторая есть. Да, вообще. Блин, капец. Ты сейчас пробуешь. Я хочу, как оксимирно. Блин. Что-то я не знаю, по-моему... Okay. Можно уровень сложности поменьше поставить или не надо? Не надо. Так. Накидай мне патронов, а то у меня что-то мало. Я тебе потом, если что, отдам. Ты будешь? Давай, я буду отбиваться. Я вроде подольше продержался. Да. Хильнись сразу. А чё он мне ничего не отдаёт? А, подожди. Вот теперь давай. Отлично. Хильнулась? Хильнись. А, всё, хильнулась. Ну ладно, попробуем, давай. Thank you.
А все, кстати, закончился. Пополняй его. Здесь бесконечно пополня... Или нет, она разовая? Нет, он, походу, разовый. А нет. Не, а я не могу. Я пополнился. А, надо ждать. Ладно, мы ждем. Фух. Было тяжко. Интересно, как здесь одному тогда проходить? Ну, одному, там же напарник. Разве? Так не умирает. Разве? Да. Я не видел. Ну, он бот, просто бегает, компьютер. Я не знал. Не работает. Я думал все время один. И, по-моему, когда я пробовал начинать, я начинал один. Да? Да. Не знаю, только. Так, куда нам? Нам обратно. Но мы здесь нормально так пороковали. В итоге я лучший воин. Ты это видишь? Чё там? Ну вот. Я в этом участвовал вообще-то. Он у тебя тоже зависал? Нет, у меня нету никого здесь, честно. Блин, жалко. Принтскрин, нажми просто, все. Все, он отвалился. Я в ванной. Что-то мне это не нравится. Работает в одну сторону. Нету здесь ничего. Decker Edwards, can you come to Cradle Ops, please? I need your help with the incoming cryo boxes. Hey, Chuck? You there? True off, Sam. Hey, guys, if you're running low on ammo, don't forget your Kinesis module. Here, I found this recording when I was stuck on Titan Station. Whoever sees this, listen up. You can use kinesis to pull blades off dead ones and shoot back at them. Watch. А, смотри, это запись. Watch. Из этого. Из второй части. Я не играла в третью часть. Ну, смотри, видишь, он мучит. Three hours using this trick. You see? Just shoot it back at them. Реально, прям один в один запись. Ну, та же самая, походу. Блин, я думал это... Сейчас здесь что-то будет. Ну-ка, а что если здесь этого использовать? Радар. А вон я без радара вижу. Ну, хрен с ним, с радаром. Ладно. Нет, если одному играть, то с радаром, а так. Что он умеет делать без рук-то? О, shit! This one's regenerating! How are you going to kill it? I'm not! По-моему, его не убить. От него убегать надо. Да, бежим, бежим дальше. Thank you.
Нифига себе, ты убежала. Тебя даже не видно. Ты где? Я все уже. А, вот ты. А, тут ты короче. Должен быть. Это он, который регенерирует? Да, да. Просто бежим. Вот я больше всего не любила. Куда? Вот сюда. Не стреляй в него до конца, пусть он ползает. Давай быстрее. Дальше-то куда? Пишет вот туда. Пахнет, блин. The tram will arrive shortly. Please stand by. Как фига таких стало. Да. Ух ты. Я что-то хочу. God, I hate those things. Okay, I made it to the tram. Looks like it stops at the mid and aft station. The aft station's where the shuttle is parked. Mm-hmm. And what about mid station? Well, that would be the conning tower. Hey, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by a Lieutenant Tucker Edwards. Could be worth a look. Thanks. If I check it out, I'll let you know. Isaac out. Now arriving. Conning Tower. Так, все. Пауза.